за жесть? Мы защищаем Землю от отбросов Вселенной. Это я, да. Наши агенты есть в каждом крупном городе. Один круче другого. Агент H, вы один из лучших профессионалов. Но вам нужен напарник. Как же приятно. В наших рядах завелся крот. Камеру вырубайте. У нас ситуация в Лондоне, агент М. Вперед! Мир сам себя не спасет. Значит, тебе нужна я, чтобы его спасти? Так и думала. Вот он мой. Блядь, я тебя сейчас пиздак разбил. Ебать, вы, блядь, ай. Саша, мы в происшествии. В смысле? Не иначе погрязнем в бумажной работе. Дедушка. Боковое зеркало. Ого. Бля, надо лайком. Сука. Годно. Настя, ебучку нахуй завалила. Ну что ты, пидор, ёпта? Может, ты пидор? Короче, здесь просто в конце садомия. Если что, я с автором не солидарен вот в этом слове, да. Это просто, ну, типа, мы на Твиче стримим, да, и здесь я не солидарен с ним. Я, ребят, сам вот, знаешь, порой мы с Хесусом вот... Ладно, не буду вам рассказывать, но, короче, я нормально отношусь вот к вот этим вот, вот ребятам, вот вообще нормально отношусь. Вот у нас вот силиконовая Зина, вон, смотри, мы как родные. А пока служил, я вам рассказывал, ой, там вообще, там процент вот этих вот, там процент, наверное, 90. А поднимись, я говорю, где руководство, там вообще все стопроцентные. Прям стопроцентные, и даже это не скрывают. Прям 200%. Будет весело, отвечаю. Где-то здесь должна быть большая красная кнопка. Нашла. Ярик, блядь! Ярик! Люди в черном International. Жесть там с нами. Это кто такой? Поразительная ловкость. Жестко, жестко. Ладно, я оценил. Я оценил. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.